Здравствуйте, я Зайцев Алексей Валерьевич, работаю в Санкт-Петербурге врачом-неврологом. На сегодняшний момент я занимаюсь детской неврологией и уже в нейропедиатрии я около 20 лет. Это мой стаж. Имею высшую категорию. На сегодняшний момент в моей практике очень часто встречаются такие синдромы, как синдром гиперактивности, минимальная мозговая дисфункция, синдром дефицита внимания. Это 80% всех детей, которые приходят с этой проблемой. Родители жалуются, что дети плохо адаптируются к школе, плохо адаптируются к детскому саду. И мне приходится подбирать лечение, которое более рациональное, более безопасное и более качественное. На сегодняшний момент очень много препаратов, которые назначаются по данной проблеме детей. Но я стараюсь часто использовать фитотерапию в этой области. На сегодняшний момент я работаю с препаратами компании Сантегра и использую в своей практике такие препараты, как пассифлора, гинкофорта, лецитин. Ну, на сегодняшний день пассифлора очень хороший препарат в плане седативного лекарства. Вот. Мы его используем для детей, которые плохо спят, которые гиперактивны, которые гипервозбудимы, импульсивны. Чем этот препарат лучше, чем препараты, которые используются часто докторами в аптеке? Первое, то что это очень мягкое действие. То, что этот препарат имеет очень большой терапевтический диапазон, следовательно, он меньше имеет побочных эффектов. Вот. Или практически не имеет побочных эффектов. Лецитин. Это препарат не только как антигиперхолестеринемический, но он и имеет и даже ноотропный эффект, то бишь улучшает память у ребенка, улучшает его работоспособность, улучшает адаптированность к обучению в школе. Он безопасен, и его можно принимать длительными курсами без каких-то побочных эффектов. И, наконец, гинкофорта препарат, который улучшает мозговое кровообращение. Тоже способствует улучшению памяти, внимания, сосредоточению у детей. С этими названными препаратами я работаю уже около 10 лет. И вы знаете, эффект очень колоссальный. Это уже клинически доказано. Наверное, все.